Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной Nissan Жук. Первое видео с названием «Прокачали жука» очень зашло людям. Много очень просмотров. И сегодня будет «Прокачали жука» версия 2.0. Nissan Жук 2018 года. По-моему, с 6 по 18 они выпускались. Или там с 10 по 18, не знаю. В данном случае у нас комплектация со штатной системой кругового обзора. Да? Именно с ней. Включаем заднюю передачу. И видим, пожалуйста, штатную систему кругового обзора на новой Android магнитоле. Новая Android магнитола производителя WOMI. 9 дюймов, 10 Android, 4.64, 8 ядер, слот под симку, USB, QLED-экран, Bluetooth 5.0. Все-все-все по максимальному. Очень быстро работает, без каких-либо проблем. Если вы владелец жука и помните, у вас есть кнопка камера на магнитоле. Ну, наверняка вы задались вопросом, а как же переключать режимы? При установке магнитолы, выборе модели автомобиля, у нас появляется такая кнопочка камера. Мы нажимаем и переключаем режим. То есть правая парковочная камера, задняя камера широкоформатная и опять общий вид сверху и задняя камера. Выключаем, у нас включается передняя камера. Опять правая парковочная камера и полностью выключается система кругового обзора. То есть вот эта иконочка, она у нас есть, мы ее можем вывести куда удобно нам, она не мешается, очень маленькая. Нажимаем и всегда принудительно можем включить систему кругового обзора. Это очень удобно, если вы этим пользуетесь. Теперь давайте по магнитоле и внешнему виду. Покажи чуть сзади. Ну, можно чуть побыстрее. Мы не режиссеры, не операторы. Магнитола состоит из вот такой рамки, то есть климат ваш штатно остается тут полукруглый. И новая рамочка с двумя воздуховодами, с двумя отверстиями под воздуховоды. Воздуховоды остаются ваши штатные. Они переставляются и полностью работают. Ну, лево-право. Все это есть. Ну, центральными никто не пользуется никогда. С этим понятно. Магнитола цвет лака вообще идентичен штатному. Никаких отличий нет. Черный-черный. Щелей, зазоров тоже ничего нет. Так, по штатным функциям с круговым разобрались, теперь кнопки на руле. Они, естественно, работают громче, тише. Кнопочка Source у нас включает Яндекс.Навигатор. Поднять, положить трубку, естественно, поднять, положить трубку. Навигация, прошу прощения, интернет подключен к нашему Wi-Fi, после чего мы подключим к клиентскому Wi-Fi. С телефона можно раздать интернет и, пожалуйста, пользуйтесь без ограничений. Если вдруг вам не хочется раздавать интернет с телефона, телефон там, вы постоянно по нему разговариваете, можете вставить сим-карту, и интернет будет всегда независимым. Заводите машину, и интернет у магнитола есть всегда. Говорите, поехали на любимую работу, и Алиса нам ищет любимая работа, тренинги. Кстати, рядом. Видим, маршрут построен. Нет, не рядом. У нас, наверное. Да. Вы приехали. Так, да. И когда вы к нам приедете на установку, он тоже Яндекс.Навигатор в телефоне скажет, вы приехали. А когда уедете от нас, Яндекс.Навигатор скажет, вы приехали уже на новой магнитоле. В магнитоле радио, музыка, Bluetooth, меню всех приложений, телевизор, пожалуйста, YouTube. Все скачивайте из Play Market. Мы при установке вам устанавливаем три основных приложения, которыми вы будете чаще всего пользоваться. Телевизор, YouTube и Яндекс.Навигатор. Остальное скачивайте вы. Включаем Машу и Медведя ребенку. Едем, смотрим. Хотите ехать по Яндекс.Навигатору, чтобы ребенок смотрел Машу и Медведя? Пожалуйста. Два квадратика. Яндекс держим. Сюда. Сюда выбираем что? Да. Ребеночку, Машу и Медведя. Все, ребенок довольный, смотрит Медведя с Машей. Мы едем по МКАДу в 9 баллов. Надоело, любое из приложений можно растянуть на весь экран. Либо в эту сторону Яндекс, либо в эту сторону YouTube. То есть YouTube разворачиваем, и он у нас на весь экран. Магнитола работает очень быстро, без преувеличений. В магнитоле также есть инструкция. Каждой магнитоле производителя WOMI, кстати, это очень огромный плюс, есть инструкция полностью на русском языке, полностью описаны все функции, которые необходимы, с которыми вы столкнетесь. То есть она собрана, инструкция, из многочисленных вопросов,
Вот что мы рассказываем клиенту после установки, как ей пользоваться. Тут ответы вообще на все вопросы, на все самые распространенные вопросы. Ну, если вдруг у вас есть какие-то еще вопросы, вы всегда можете звонить нам, мы на связи. Без проблем на все ответим, если вдруг что-то непонятно. Телевизор, нажали, у нас загрузился, нажали не показывать больше. Реклама тут какая-то, естественно. И выбираем себе любой канал. Все в реальном времени, в цифровом качестве, не аналоговое телевидение, а телевидение от интернета. Кто любит биатлон, пожалуйста, слушаем Губернева и смотрим биатлон. Спросите, как я угадал, что это Губернев? Потому что на Матч ТВ только он комментирует биатлон. Если не любите его слушать, мы выключаем звук, как это делаю я дома. Либо на Евроньюз смотрим. В магнитоле можно всегда выключить экран и ехать смотреть просто в темный экран. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по магнитоле, то вы смело можете писать нам в WhatsApp, звонить на телефон, приезжать смотреть, все подключим, покажем и с радостью установим. Всем пока!